Слава Ісусу Христу! Бог Отець, який є нашим Отцем Милосердним, великий дар вже дав нам в Старому Завіті, коли Мойсей веде ізбраний народ із рабства єгипетського в обітовану землю Канаан, і Бог дає великий подарок, заповіді, то є подарок від Бога. Їх дав Господь не для того, щоб нас контролювати зверху і дивитися, наскільки ми послушні, наскільки ми боїмося Його, ні. Для мене заповіді – то такий образ, коли закінчилась Вторая мирова війна, і Красна армія вже гнала фашистов в сторону Берлина. Были такие места, когда армия очень быстро шла, и саперы не успевали убрать всех мин. И тогда территорию, очень сильно заминированную, они проволокой ограждали и вешали бумажки или таблички «Не заходить туда, угроза смерти». Еще когда я однажды ехал в Меджугорье в 90-х годах, в конце 90-х лет, там на территории бывшей Югославии тоже были так называемые поля миновые, где висели таблички с надписью «Не заходить, угроза смерти». Господь показал нам такие моменты, сначала избранному народу, как нашим старшим братьям в вере, иудеям, показал, что вот эта территория, она опасна. Если туда зайдешь, тебе будет от этого плохо, можешь погибнуть. Может тебе беда на тебя прийти. Поэтому Господь сказал, не заходи туда. И сюда не заходи, там тоже есть очень опасно. И сюда не заходи, потому что это место опасное для твоей жизни вечной с Богом. А также и на земле будешь чувствовать очень большой дискомфорт, если попробуешь находиться в таком месте. Дал нам 10 таких мест, их оградил, заходил, сказал, не заходи, угроза смерти. Смерти второй, о которой говорит апостол Иоанн. Та первая смерть, она не страшна. Мы все через нее пройдем. Первым прошел Иисус как победитель, и Он нас проведет через эту дверь смерти первой. Главное, чтобы не достигла нас смерть вторая, о которой апостол Иоанн конкретно нам пишет. И сегодня хотим еще раз увидеть эти опасные места, 10 опасных мест, которые Господь нам обозначил конкретно, очень четко наблюдали за этими местами, раздумывали иудеи и христиане, которые продолжают путь, и Иисус, который нам напомнил 10 заповедей, и их потом еще приподнял выше до уровня 8 блаженств. Но основой, фундаментом поведения являются эти заповеди. Я бы хотел, чтобы сегодня на нашей конференции второй мы сделали себе, так как наши отцы это делали, испытание совести. Раньше в каждом доме мама, папа, дети читали так званый патчеш, молитвы общие, собирались всей семьей, изучали наизусть заповеди, все основные молитвы, веруй, Отче наш, радуйся. И потом 10 Божьих заповедей, 6 истин веры, 7 святых таинств. И даже если кто-то не умел читать, но они все знали наизусть. Это помогало действительно, если я каждый день прочитал себе, как стишок даже, ну, а то прозвучали эти все фразы в моей голове, и я действительно утром себе вспомню, что даже если мне очень сложно жить, и у меня нечего кушать,
хотелось бы детям помочь, и рядом у соседа есть побольше, может, я бы чуть хапанул, но я утром вспомню, что не кради, то значит, все-таки не буду. То, что наши предки каждый день читали, так званый пачеш, эти 10 Божьих заповедей, они помогали им помнить о том, что действительно вот эти места, в которые заходить не стоит, потому что потом нам будет плохо. Ибо я Господь, Бог твой, Бог есть моим Богом, моим Отцом, и Он вывел меня из рабства греха через крещение. Я прошел через Красное море, там потонули мои грехи. И теперь я не буду заходить в это опасное место. Господь хочет меня освободить и говорит: «Нехай не будет у тебя інших богів, окрім мене». Если так коротко глянуть, кажется, ну, я верю, что есть единый Бог в Троице, Отец, Сын и Дух Святой, других богов у меня нету. То, что теоретически. Але если так копанем глубже, может оказаться, что есть такие дела в моей жизни, даже такие верования, такие суеверия, забобоны, которые, может быть, и функционируют на одном уровне с глубокой моей верой в Бога, а может, в некоторых ситуациях они даже выше. Кардинал Ньюман говорит нам, что человек должен, христианин должен знать, во что он верит, а во что не верит. Конкретно должен определиться. И поэтому в первой заповеди идет речь о том, чтобы я вспомнил, во что я верю, кем для меня есть Бог. Я не могу допустить, чтобы в сердце моем был даже тень веры в суеверия, в забобоны. Возьмем даже похороны наши христианские здесь. Сколько разных суеверий, сколько так званых в кавычках верований, которые передаются от бабушки своей дочери, и это идет с поколения на поколение. Я не говорю, вот этого нельзя, и там молитва за умершего, это будет в тени всех дел. Важнее, чтобы зеркала были закрыты, важнее, чтобы там никто не оглянулся, не той ногой ступил, чтобы когда везут умершего, чтобы никто не обогнал машина. Целый большой ряд верований, которые абсолютно ничего общего с христианством не имеют. И сегодня, в этот год милосердия, нам нужно попросить у Бога прощения за то, что я веровал в суеверия. Я боялся, что если вдруг, да, я христианин, але на всякий пожарный я буду веровать так же и буду соблюдать вот это, что бабушка мне сказала. Потому что, а вдруг меня следующего позовет душа этого умершего. Этот страх парализует нас. Мы вышли из Египта. Мы не можем бояться. Иисус есть мой Господь. Он победил смерть. И лукавый не может меня запугивать. Вопрос реинкарнации. Оказывается, что некоторые христиане умудряются состыковать немножко реинкарнацию. Что есть те, которые веруют в Иисуса Христа, исповедуются, причащаются, но где-то моментами допускают мысль, что может действительно реинкарнация, потому что, говорят, ощущение у меня было такое, как бы я в жизни уже это проходил. И когда еще потом кто-то подбросил книжку и почитал, а действительно в реинкарнации это ощущение, что я это проходил, то значит, что я уже был в жизни в другом теле, я это проходил. Лукавый обманывает нас. И здесь очень важно, чтобы мы этот грех соблазна, искушения в мысли отдали в исповеди. Господи, я прошу прощения за то, что я допускал в моих мыслях, также из-за лени в вопросах углубления в вере,
допускал то, что есть уже учением, и ударяет в корень христианства, потому что реинкарнация ударяет сам корень христианства. То есть все забобоны, все суеверия, амулеты, все, что мы делаем на всякий пожарный, чтобы там не разозлить какие-то силы, какие-то энергетики, это все нужно в исповеди отдать и потом усилия сделать для того, чтобы через добрую духовную литературу углубиться в вере. То есть убрать из мозгов через доброе чтение, попросить у священника добрую литературу, очень помогает в этом катехизис. Просто прочитать катехизис и принять, что действительно так оно есть, что Господь через церковь открыл мне истину веры. Не взывай марно имени Господа Бога Твого. Здесь очень важно, чтобы мы помнили о том, что имя Божие великое и свято, имя Бога, Отца и Сына и Святого Духа, ангелов, святых, Пречистой Девы Марии, и этих имен мы не должны ни в коем случае высказывать просто для связки слов, в эмоциях высказать, потому что обижаем. Мы бы не хотели, чтобы имя мамы, моей папы, кто-то говорил себе вот так, на всякий пожар. Меня бы это нервировало. Как это, не уважают моих? Бога нужно уважать, ибо святое имя Его. И была такая история, человек, который в Польше жил, в одном селе. Люди его помнили, что имел дар рассказывания анекдотов. Особенно с категории святых, там, о священниках, библейские истории рассказывал в форме анекдотов. Это было время, когда за хлебом нужно было стать в очереди. Возле магазинов долго люди ожидали, чтобы что-нибудь купить, особенно перед праздниками. Каждый хотел что-то там, каких-то конфет. И вот этот мужичок, он приходил, когда много людей, и просто знал, что люди любят его слушать. Не все, конечно, но многие с удовольствием слушали, потому что он смешно говорил. И однажды, жил недалеко храма, однажды его жена прибегает к настоятелю и говорит: «Отец, с моим мужем что-то случилось, или парализовало, или что с ним плохо». Священник быстренько взял святые дары, и елей, и бегом идут с женой к нему домой. И в момент, когда священник переступает порог дома, он в этот момент умирает. Для многих людей, многие помнят по сегодняшний день, хотя прошло с этого времени где-то, и я был ребенком тогда, где-то как минимум, но больше 40 лет, около 45 лет уже прошло. И люди помнят по сегодняшний день, и многие говорят: нельзя шутить с Божьих справ. Потому что, говорит, тут не дождался, чтобы примириться с Богом. Все мы слабые, грешные. Нужно в этой материи быть очень осторожным, чтобы лишнего не говорить. Наши уста должны говорить славу Божию. И нужно нам избегать тех моментов, в которых мы могли бы так разогнаться, так может нас вынести на повороте, что можем очень опасное слово сказать в адрес святых. Поэтому нужно просить у Бога, чтобы дал нам такой внутренний тормоз на наши уста, чтобы наши уста стерегли того, что мы говорим. Один однажды говорит, что отец духовный дает пример, говорит так: твои уста не могут говорить и благословения, и цитируя апостола, и проклятия. Говорит, вот это так, как бы я тебе в горшке сделал чай.
Ты сказал, что в горшке не буду пить, это в горшок, там неизвестно, что там было. Я хорошо помыл, теперь хорошая химия хорошая. Понюхай, как он пахнет, этот горшок. Самыми лучшими пшикалками я тебе все вычислил идеально. Все равно не буду пить, потому что раньше этот горшок служил для других целей. Наши уста прославляют Бога, принимаем причастие, читаем молитвы, благословляем. Поэтому наши уста не могут позволить себе, чтобы этого Бога обидеть, чтобы некрасивые слова с них выходили. Тому не взывай марно имени Господа Бога Твоего, что, тому что имя Его святое. Имя Его святое. Памятай день святый святкуватый. Праздник. Многие говорят, в Библии пишут субботу. В Запорожье приходят некоторые люди. Говорят, а почему вы перекрутили там по-своему? А я, что мы перекрутили? Ну, написано, субботу будешь праздновать. Я говорю, так как Ветхий Завет есть приготовлением Нового Завета, так суббота есть приготовлением к воскресенью. То есть Ветхий Завет, пророки готовят нас к пришествию Иисуса. Иисус есть нашим новым заветом, вводит нас в новое время. И так суббота в Ветхом Завете не мог Господь, Бог Отец, сказать иудеям, что израильтянам, что слушайте, празднуйте воскресенье, потому что еще и Сын не был послан. Еще Сын не умер и не воскрес, и не послал Духа Святого. Поэтому причины праздновать воскресенье не было, но идет уже подготовка к воскресению, то есть суббота. А когда Иисус пришел, выполнил право и пророков, с этого момента мы находимся в полноте времен и полнота празднования. Поэтому воскресенье уже для первых христиан – это день святой, называют первым или восьмым днем. И здесь очень важно. Иоанн Вианей говорит нам, что имею два совета для тех, которые хотят жить всю жизнь в нищете. И они, и дети, говорит. Это два совета. А первый – драпнуть что-то, украсть. А второй – заработать в воскресенье. Лукавый есть такой хитрый, что именно предлагает особенно высокие заработки в воскресенье. Везде, где человек готов выйти на работу в воскресенье, он предлагает, ты заработаешь. Но есть деньги и деньги. Есть так, что, например, за маленькие деньги можно купить хорошую вещь, и есть очень большая польза. Бывает так, что имеешь там небольшую купюру, и так все повезло, что ты за это купил и то, то, и то, и то. А бывает, что потратил кучу денег, и оно как песок между пальцами высыпалось, и там ничего с этого нету. А даже если я что-то принес домой, оно в пользу не пойдет. Это все закрутки, которые делаем по воскресеньям. Вот это все потом не дает нам радости, ни здоровья. Лучше сделать меньше, но не в воскресенье, не в праздник. Нужно иметь очень отстроенный такой внутренний такую реакцию, что нет. Даже если сатана мне предлагает очень большую пользу, большую и прибыль в воскресенье, я говорю ему нет. Даже если мне сказать, ну, але за это, может, храм построишь потом еще. Еще пользы столько будет, кому-то поможешь, столько бедных людей. И здесь нужно сказать, нет, я буду жить в шатре, в палатке, но я в воскресенье не сделаю ремонта. Але сатана хитрый, пришлет тебе работников, которые скажут, в воскресенье мы тебе быстро это сделаем и дешевле, потому что мы выходные. И уже лукавый ждет, а чтобы как на крючок тебя споймать, и давай, сделай, сделай. Нужно быть здесь очень четко внутри настроены, что нет. Это прямой шепот лукавого духа. Возьми, на, будешь иметь больше, другим поможешь, будет польза. Нет, не буду, не хочу. В воскресенье я буду прославлять Бога и буду отдыхать.
вопрос, а машинку стиральную можно включить в воскресенье? А она души не имеет, то и греха на ней нету. Она себе там крутит, отжала тихонько, теперь так, что тихо работают, даже не слышно, то грех есть или нет? Есть. Как это? То машинка имеет грех, машинка греха не имеет, это железяка. А ты имеешь грех. Представь себе, что у тебя день рождения или самый главный день в твоей жизни, а кто-то, как бы ничего не было, подруга твоя приезжает, а можно я себе у тебя дома постираю белье, потому что хочу? Будет тебе неприятно. Ты на такой возвышенности, праздничная обстановка, стол, одежда, свеча горит, все красиво, гости сходятся, да? И неприятно будет, что крутится машинка. Тем более, что если читаем текст библейский, как Бог Отец хочет, чтобы мы праздновали День Святой, не будешь работать ни ты, ни твоя лошадь, ни твой раб, ни рабиня, то значит не будет работать ничто, что есть зависимое от тебя. Даже эта техника тогда не было, но лошадь тоже греха не имеет. Але если я буду пахать на лошади, я буду иметь грех. И с техникой то же самое. Поэтому идет речь, чтобы соблюдать святой день, чтобы это была также такая святая божественная тишина в твоем доме, в которой будет место на прославление Бога, на что-то очень красиво. Стирка не является с категории самых красивых и больших удовольствий. Поэтому ремонты. Посмотри, как лукавый крутит, что пришлет тебе друзей, которые готовят тебе поклеить обои в воскресенье. Желание пойти на базар, на рынок что-то купить в воскресенье. Он обманывает нас самым наглым способом. И здесь нужно действительно выстроить себе так, что даже если очень заманчиво это выглядит, я не пойду в воскресенье. Только в случае, если действительно приехали гости, не предупредили, у тебя хлеба нету, то пойти хлеб купить, там до хлеба греха не будет, потому что людей нужно покормить. Все остальное, плановые покупки, чтобы там курточку, сапоги выбрать, полазить по магазинам, не надо этого делать в воскресенье. Нужно вводить такую новую цивилизацию в этом плане христианского отношения к святому дню. Поэтому памятай, день святый, святкуватый. Вот имеем этих 10 мест, которые оградил Господь и показал, чтобы туда не заходить, но одно подчеркнул везде: не взывай марно, не вбывай, не чужого, не кради. А тут Бог говорит: памятай, не забудь, день святой праздный. Литургия пусть будет на первом месте. Потом, чтобы, как в общинах наукодуминальных, когда молятся действительно вместе, продолжением литургии – это молитва с детьми. Оказывается, что одна из проблем, что мало дети молятся. Бывает, что дети не умеют молиться. На катехизацию родители отправляют детей, и то, что монахиня научила, они это умеют, потом за неделю немножко забудут, она потом опять. После каникул, когда дети приходят, они опять не помнят молитв, потому что вместе с родителями не молятся. А если бы в воскресенье действительно они имели время на молитву, мама, папа, дети, например, в 9 вечера выключаем телевизоры, компьютеры и молимся вместе, хотя бы короткое время, увидите, какие блаженные плоды будут, как действительно этот святой день станет святым и будет освящать наши души. «Шануй батька твого и матер твою». Здесь очень важный момент, потому что здесь нельзя философствовать.
Что это значит не философствовать? Потому что есть такое искушение, чтобы, ага, мой папа, моя мама ничего не понимают, я их должен проучить. Нельзя. Даже если бы оскудели, снисхождением нужно относиться к родителям. Даже если была настолько конфликтная ситуация, бывает, что родители могут так раздразнить, так спровоцировать ситуацию своим нетактовным, некрасивым жестом или словом неаккуратным, особенно когда дети уже взрослые, могут так надоесть, что есть желание действительно отреагировать чисто по-человечески. Нельзя. Молитесь о том, чтобы никогда во время такой сложной ситуации не поднять руки на родителей. Бывает так, что одна женщина мне рассказывает, говорит так, моя мама в моей жизни, так как я была ребенком, запустила некоторые вещи, и я себе сказал, я не буду такая, как мама. Я мою маму не любила, не уважала, потому что она вела себя нехорошо в некоторые моменты. Я себе сделал постановление, что я к моим детям буду относиться совершенно по-другому. И что думаете? Подросли дети, и они без уважения к ней. И она говорит, дивная история, потому что я им как бы повод не дала для того, чтобы они меня не уважали. Откуда у них вот этот негативизм? А несоблюдение этой заповеди в отношении к маме, которая была виновата, чисто так скажем по-человечески. Но Бог, Отец, запрещает нам без пошани відноситися до батьків, навіть якщо вони виноваті. Бог дав нам можливість втікти, навіть якби батько хотів тебе побити, треба втікати. Я взросла жінка, я то, що втікай. Головне, щоб не дійшло до такої ситуації, що ти піднімеш руку, тому що треба за цей жест відплатити потім дуже дорого. Тому і молитва за батьків, а також, як є, мають проблеми, ще більше молитви, і молитва, щоб Господь дав терпіння витримати все, гідно витримати. Треба просити терпіння, особливо, як батьки мають вже проблеми зі старістю, і тут треба дуже багато випросити у Бога терпеливості. Щоб було благословення і для вас, для ваших дітей і внуків, і щоб спасіння Боже було дане вам, то воно дається через благословення. Тому що так світ построїв Бог. Це його структура, а вона є непомилково зроблена Богом. Вона нам дана і Господь нам підказує, що як хочеш мати благословення, то треба бути дуже терпеливим для своїх батьків. Не вбивай. Тут гріх аборта. Саме страшне вбивство, яке може бути на землі, це аборт. Кричать тепер, да, застрелили трьох солдатів. Страшно, війна – це страшна річ. Но більше треба кричати, що в абортаріях України сьогодні около тисячі дітей, невинних ні в чому, забили, зарізали. Оце є саме жах ужасний. Коли дитина, яку не хоче захищати ніхто, ні закон України, ні врачі, ні батьки, які повинні бути першими захисниками, навіть материнське серце, яке має бути гарантом того, що цією дитиною не буде нічого поганого. І тому і тут треба кричати нам всім, треба молитися в Україні, щоб Україна, як перша держава, прийняла закон о цілковитому запреті абортів. А хтось скаже, а якщо
Была конференция, по-моему, в Швейцарии, здесь 15 лет тому. И один профессор гинекологии, а также специалист инженерии генетичной говорит так. Я против абортов, я христианин, але если девушку изнасиловали, давайте разрешим делать аборт. Если врачи определили, что будет страшная болезнь, давайте сделаем аборт. И молодая врач, которая сделала докторат, молоденькая, где-то тридцатник ей, говорит, можно я одно слово? Пожалуйста, будь ласка. Она идет к микрофону и говорит. Одна женщина позже вышла замуж и с мужем говорят так, заработаем на квартиру, а потом дети. Ну ладно, будем быстро зарабатывать. Работала две смены. Возвращается после второй смены, перед полночью, домой, идет через парк, и напал на нее мужчина, изнасиловал. Через некоторое время она говорит мужу, я беременна. А он ей говорит, это не мое. А что делать? А он говорит, или аборт, или я. Я тебя очень люблю, но чужого ребенка воспитывать не буду. И говорит эта молодая врач, и я очень благодарна моей маме, что меня не убила. И она говорит до профессора, который поднял этот вопрос, да, что если изнасилование, то разрешить. Есть у пана профессора еще вопрос? Нет, извините, вопроса нет. То если убивать тоже детей, которым врачи дали заключение, что 100% родится неполноценный ребенок, то давайте также пусть Рада переголосует вопрос о уничтожении всех инвалидов. Инвалид неполноценный, дауны, убить все. Был я в Америке и видел одну семью, которая имеет четверо своих детей, и усыновили трое детей с синдромом Дауна. И говорят, мы такие счастливые, вот эти Божьи дети. Это они имеют на себе Божье помазание. И действительно, слушайте, я видел этого ребенка как в детском доме в Запорожье. И потом, как этому ребенку посвятили много любови и ласки в Штатах, этот ребенок действительно он как так и Божье дитя. Сколько радости он каждым жестом, как он уходит, как радует. Каждый ребенок – это Божий дар. Мы здесь вечно не будем жить. А душа у нас всех одинакова. Только спрятана в разные тела, в разные упаковки. Некоторые упаковки больше нам нравятся. И мы преференцию даем. А какая-то упаковка пожмакана. И говорю, а это то убить, надо, что то врачи увидели, что развивается так и вот так. Что оно в мире значит? Убить, чтобы не мешало родителям. Да? Але ж душа то есть там такая же, как и моя. Поэтому мы должны кричать и защищать всех нерожденных детей, абсолютно всех. Я увидел один момент, что Украина имеет шанс, чтобы была это первая страна в мире, которая покажет, что можно запретить любой аборт. Можно. Мы в состоянии. Я надеюсь, что Украина это сделает и покажет пример Западу и Востоку тоже. И что с Украины пойдет свет именно в этом плане. Не убивай. Не убивай также здоровья своего. Выпивка, наркотики, курение. Грех – грех. Конечно, несравнимо меньший, чем грех убийства человека, особенно самого незащищенного, но грех. Не убивай также животных. Идет речь о тех, кто выращивает свиней. Там, и есть люди, которые хотят все делать сами. И я знаю, что Радио Мария слушают также и в селах. Теперь приближается Рождество. И есть такие манчуги, я их называю манчуги, потому что не умеет резать свиней, а берется. Что он будет там кого-то звать специалиста?
И мучает такая свинья, кричит час, два часа, полсего. Дети бегают напуганные, потому что действительно это боль страшнейшая. Он и ножа загоняет в сердце, и эта свинья кричит. Это есть грех. Так как Бог есть царем над нами, так мы должны быть царями над животными. То я не имею права причинять боль животному. Я не хочу сам болеть. Я помню одну паню-стоматолог, который часто хожу, и она говорит, я не терплю, не люблю, чтобы мой пациент даже скривился. Она так все делает, так, чтобы действительно никакой боли не чувствовать. А я себе думаю, Боже мой, даже такой боли она не хочет. А есть люди, которые так мучают животных, а животное ощущает боль. Оно души не имеет, но нервную систему-то имеет, так и мы. Ему больно. А он не пожалуется никому, потому что не умеет говорить. И поэтому здесь не убивай таким способом. Делай гуманно. Не убивай природы. Вопрос экологии. Сами тоже уничтожаем экологию. Хотя подписано в последнее время соглашение экологическое на высоком уровне. Даже Папа Франциск одобрил. И радуется, что наконец-то государства принимают решение, чтобы нашу матушку-землю ограждать от экологической катастрофы. Но каждый также из нас имеет свое поле действия. И я тоже могу поспособствовать, чтобы это деревце выросло, чтобы не уничтожать того, что делает этот наш мир и так измученный, но оно делает хотя бы немножко красивее. Не чужого ж. Шестая заповедь – не прелюбодействуй. Она начинается от мыслей нечистых. Она начинается от образов нечистых. Когда я был еще, так как и многие тут присутствующие, еще несколько, 10-20 лет тому назад, таких возможностей на искушение, как сейчас, не было. Надо было действительно хорошо покрутиться, чтобы найти то, что сегодня дети и молодежь имеют в компьютере. Нажимает одну кнопку, и ужасная нечистота изливается на их глаза, на их сердце. А это потом вычистить очень сложно. Один человек говорит, который работал в свое время в центрах освобождения от зависимости, говорит так, легче вылечить человека с алкоголизма, чем с наркомании. Но и легче вылечить человека с наркомании, чем с зависимости сексуальной. Что образ нечистый, который входит, вульгарный, и стереть этот образ очень долго нужно работать над человеком. И нужно, чтобы человек хотел. Потому что наркомана можно связать, закрыть четыре стены, не дать ему дозы, водички только что попил, и сиди, пока перестанет тебе колотить. И потом тебя отпускаем, если хочешь действительно себе помочь, то он уже имеет как бы открытую дверь. Человек зависимый сексуально, он может потом уже не смотреть ни на что, будет лежать себе так и будет фантазии перекручивать и уничтожать себя, возбуждать. Поэтому здесь нужно тоже поинтересоваться, что смотрят ваши дети в компьютерах. Посмотрите так, и то не будет не так там. Посмотрите за угла, что твой ребенок читает, на какие страницы заходит. Глянь у него в портфеле, что там лежит. Потому что нужно оградить прежде всего детей. Потому что человек, который страдал много лет от сексуальной зависимости, он говорит, в школе принес мне друг фотографию порнографическую. Я только гляну, у меня заклинило так голову, что говорит, я совершу очень много страшных грехов. Я дважды был судимый за изнасилование, потому что началось все с этого. Поэтому борьба за чистоту. Лукавый дух хочет всех нас на эту тему зацепить. И кто-то скажет, невозможно в этом мире. Возможно.
возможно, только действительно нужно от этого убегать. Нужно выработать себе такую реакцию, что появляется нечистый образ, убегаю, переключаю очень быстро. Не успел переключить, мой проигрыш. Я сам себе бросил бревна под ноги мои. Седьмое. Не кради. Опять святой Иоанн Вианей, если украл, гарантированно, что пользы с этого не будет. То есть нужно тоже нам освободиться от желания украсть государственное имущество. И здесь хотел бы обратиться прежде всего к тем, которые имеют большие деньги, олигархам, имеющим власть, что сегодня есть миллиарды, и там какое-то место человек имеет в ранкингу богатых людей, а завтра почувствует себя последним. И даже миллиарды не помогут. Несколько лет тому назад известный политик умирал в районной больнице на дырявой простыне, потому что там никто не вкладывает денег в эти районные больницы, а имел миллиарды. Он думал, что если заболеет, сядет в самолет, полетит в Швейцарию или в Израиль, там ему подмарафетят здоровье и вернутся. А его пострелили в почки и скончался в районной больнице. Никто не сможет предвидеть, что будет завтра. Поэтому сейчас есть год милосердия, это есть также год обращения. Если бы богатые люди, которые разбогатели на краже, которая называется очень мягко приватизацией, за копейки сприватизировали большие заводы и качают из этих заводов последние деньги, миллиарды. Если они обратятся, Украина может очень быстро подняться на ноги. Поэтому этих миллиардов на руках у людей есть очень много. И здесь нужно сказать, что даже если он очень богатый, ездит на хорошей машине, но это вор, вор в законе. И если он это себе не усведомит, да, то будет с ним беда. Даже если люди не будут знать, что он ворюга. Але Бог, перед Богом я спрятать не могу ничего. Одной гривны не могу спрятать перед Богом. А что если это миллиарды? И в это же время очень многие люди кончат жизнь самоубийством, потому что не имеют чем заплатить за газ, за электроэнергию. Это из времени обращения тех, которые накрали. И Бог их простит. Пример этого имеем в Евангелии. Мытар обратился и вчетверо был готов отдать. И поэтому это есть призыв, что эти люди могут стать героями Украины, если они это все вернут в казну. И солдаты будут иметь деньги, и учителя, и врачи, и на дороге будет, и все будет. Не кради. Восьмое. Не свечи неправдиво против ближнего твоего. Есть покуса, чтобы говорить неправду. Есть такая покуса. И треба тут мати дуже чіткий образ, що слово, яке я сказав, неправдиве, воно дуже далеко летить, як пір'я з подушки. І нужно нам просити у Бога, щоб такий гамулець, тормоз поставив ще раз на мої уста. Ісус є правда. Ми Христові, християні. І треба боятися нам всього, що є неправдиве. Всього, що є неправдиве, боятися. Господи, просимо Тебе, захамуй всякую неправду, щоб з моїх уст не вийшла ніяка лож, щоб я нікого не скривдив неправдивої інформації. Сколько людей страждает от того, что кто-то сказал недобрую информацию про него.
будем милосердны, как Отец. Не пожадай жинки ближнего Твоего, також грех, який є зв'язаний з шостою заповіддю. Лукавий дух говорить, всі варіанти в твоєму житті, вони ліпше, тільки той варіант, він самий плохой. Твоя жінка – це ошибка твоєї житті. Вона не повинна бути твоєю жінкою. Ти ошибся, тому що влюбився, швидко поженився. От, глянь, на роботі є одна, є друга. Оце та була б хороша, ета була б хороша і ета. А ти маєш якраз саму неподходящу тобі. Лукавий нас обманює самим наглим способом. Так само і жінка говорить, а тот, то йому він не рішає вопросів. Глянь, от этот має гроші, тот заробляє добре, а твій ходить отако скручений, нічого не вміє. Що це за муж? Це муж. Це муж. І лукавий, щоб не обманув нікого. Є таке свідчення людини, яка говорить так. Довгий час я не могла зрозуміти, чого, як я була в шлюбі, у нас були конфлікти. Розвівся. В церкві сказали, все одно ваш шлюб дійсний. Не дали нам уневажнення зв'язку. Але я зійшла з другим. І більш-менш спокійно. То дійсно це знак, говорить мені, це знак, що там та половинка моя, це була хиба мого життя. Я неправильно. А я їй говорю так, слушай, не будь така уверена, тому що лукавий дух не трогає тих, які не вінчані. Тому що кожна близость їхня – це гріх. Мужчина має право до тієї жінки, яка є його женою. Жена має право до тієї мужчини, яка є її мужем. Всі остальні речі і контакти являються гріхом тяжовим. А кожним отцом гріха є лукавий дух. Он є режисером, он пише сценарій, іскушення і потім реалізацію цих всіх іскушень. Тому он тепер безробітний сидить в вашій сім'ї, тому що ти живеш з мужчиною, який не є твоїм мужем, ти довольна, що у вас порядок, а на самом деле це не порядок. Порядок був, коли ти була з цим мужем, який був твоїм мужчиною. І тому лукавий не давав вам спокою. Один святой однажды зайшов в одну сім'ю. Тихонько зайшов, слышить якісь шуми, крики, і він так зайшов, двері приоткрите, стоїть, і він мав дар видіння і ангелів, і злих духов. І говорить, стойте, стойте, що ви діваєте? Гляньте, гляньте там в углу. Они, конечно, этого не увидели. Он видел плачущих злых духов. Лукавый дух ненавидит, как жена, муж повенчаны. А если еще они ходят в храм, исповедуются, причащаются, если у них дети, если они не делают абортов, они соблюдают все согласно с натуральными методами зачатия, они враги номер один для ада. Лукавый их ненавидит. Он готов их стереть. Поэтому на любой мелочи он будет создавать конфликты. Это не обозначает, что они ошиблись, что познакомились и поженились. Они не ошиблись, только лукавый работает. Когда развелись, ему уже работа не нужна. Братья и сестры, тут нужно быть очень четко настроенным на то, чтобы сохранить, даже если были грехи, даже если были кризисы, нужно сохранить семью. Не пожадай жінки, не пожадай мужа, человека. И десятое, не пожадай ничего, что є власністю ближнего твого. Радуемся тем, что Бог мне дал. Не буду смотреть на других. Потому что если начну смотреть на других, лукавый меня запутает, загонит меня в депрессию, всегда чего-то не имею. Я всегда думаю о себе, о этих олигархах. Но столько миллионов, что он не съест, даже не пропьет. Но зачем? Они дети его не съедят этого, они внуки. Но миллиарды долларов, но что он с этим сделает? Да?
Але когда-то я прочитал, что есть такая черта, через которую, если человек перейдет, потом он певных вещей не видит, не замечает. И сегодня, в год милосердия, Бог Отец хочет, чтобы мы замечали прежде всего, что Он нам дал. Что нам дал? Веру. Мы имеем Бога, а тот, кто имеет Бога, имеет все. Сын говорит: ой-ой, мой сосед сыну своему уже купил машину, квартиру, а мы еле вяжем конец с концом. Я еле-еле смогу за школу ему заплатить. А ты его в вере воспитываешь. Твой сын умеет молиться. Твой сын исповедается. Твой сын есть самым богатым, потому что ты дал ему Бога. И он с этим Богом пойдет в жизнь. Куда бы ни пошел, Бог его не оставит. Он все ему даст, все, что ему нужно. Поэтому благодарим Бога за дар веры, за то, что имеем во что одеться, что дает нам хотя бы на билет, чтобы доехать до церкви, помолиться. А эта жизнь короткая, это несколько десятков лет. Вечно здесь не будем. И чем меньше имеем, тем легче нам будет прощаться с этим миром. И еще с более великой радостью сможем входить через дверь, которая ведет нас в дом Отца. Аминь. Дуже дякую. Дякую вам. Извините, що я так розігнався, мало времени не стало. Слухали просто з затамуванням подиху, тому що я не знаю, як наша шановна аудиторія, але ось я так собі додала до того списку, про який навіть раніше не сповідалася. Дорогі радіослухачі, ми зробимо коротку паузу для того, щоб ми зібралися з думками, знайшли правильні слова, і для того, щоб ми могли в другій частині цієї конференції поставити свої питання. Будь ласка. Землі, коли сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб не топтали люди. Чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто дивиться на жінку з пожаданням, той вже вчинив перелюб з нею в своїм серці. І коли твоє праве око тебе спокушає, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло вкинуто в пекло. І коли твоя правиця тебе спокушає, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі, щоб один твій член загинув, аніж щоб усе твоє тіло пішло в пекло. Будь відважний, я
чекає, ти не бійся. Тільки віруй, довіряйся. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Тож ми продовжуємо. Триває пряма трансляція другого дня адвентових реколекцій із єпископом Яном Собіло. Реколекції, які йдуть в співпраці і WTN, телебачення Віковічного Слова, і християнського радіо «Марія». В другій частині цих реколекцій ми запрошуємо ставити питання і також даємо волю, даємо можливість нашим слухачам коментувати або ставити питання до вас, Ваша Екселенція. Тож, нагадаю, для тих слухачів, які, можливо, ще не запам'ятали наші телефони, до нас можна додзвонитися за двома київськими номерами. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646 і двома мобільними 098-650-1860 і 093-323-7318. Я так розумію, що в нас немає дзвінка, чи є дзвінок? Мені показує студія, що є дзвінок. Давайте дамо таку прерогативу нашим слухачам. Будь ласка, слава Ісусу Христу, ми вас чуємо. Людмила Городок. Таке запитання. Коли священники відправляють службу за померлого Євхаристію, чи можуть вони отворити нам, толкувати про ці забобони, які супроводжуються? Можна сказати, що кожен похорон неможливо навіть якось прослідкувати, коли йде хорониш близьку людину. Хоча не вірить в жодні забобони. Ну не годен практично прослідкувати всі ці. Чи священники повинні говорити, чи вони мають право про це говорити під час проведення Євхаристії? Бувають різні ситуації. Звісно, немножко незручно говорити на самих похоронах вже. Тоді така ситуація є, що всі плачуть, всі переживають, і в цей момент вже безпосередньо, коли прийшли люди на похорони, потрібно вже так більш-менш м'яко підійти до цих питань. Це потрібно озвучувати на проповідях непохоронних. Или, например, когда священник приезжает, очень часто есть практика, что кто-то умер, и приглашают священника раньше, чтобы приехал еще до похорон на общение или приезжают к нему. Я работал в таком селе после рукоположения в Польше, где был обычай, что приглашали на розарий священника накануне похорон. И спрашивали: «Отец, подскажите, как завтра нам быть?» И можно было там деликатно им объяснить то, то, то и то. То, что вы можете, сделайте так, давайте же не будем так. И они были очень благодарны. Уже на самых похоронах, если не было такой встречи, то лучше уже не говорить, потому что восприятие тогда есть неадекватное. И когда плакать хочется, а тут еще и священник начинает читать там, хиба что идет речь о очень важной вещи. Я помню, похороны в Запорожье были, выносят гроб с машины уже на кладбище, и несет человек две сумки водки. Куда? Что ты будешь в гроб заливать? Не, вот мы там не делаем в ресторане нигде, только, говорят, я имею бутылки, и каждому стаканчик, и по 100 грамм, или по 200, сколько хватит. Я говорю, и как, над могилой будете пить? Да. Но я тут же сказал, что если вы приняли решение пить над могилой, тогда я поехал домой. А что нам делать? Я говорю, вылить вот тут, если можете. Если у вас есть любовь к умершей, говорю, это ваша тетя, то вылиете, и она обрадуется с неба. И слушайте, я сказал, но не веришь, он это сделал. Знаете, нет проблемы. Взял и вылил.
Но это так получилось, такий хеппі-енд був. А взагалі-то, я думаю, що сам похорон і похорони, вони должны иметь характер такой более спокойный. И хорошо, если бы священник очень так дискретно сказал, но нужно об этом говорить. И я думаю, что, может быть, священники создадут какую-то газету парафиальную или какую-то статью, в которой будут подробно описаны обычаи нехристианские, которых мы придерживаемся в похоронах, чтобы на общедоступном таком форуме можно было преподнести народу Божьему. Я думаю, Ваша Екселенція, можливо, навіть не чекати газети. Ми на Радіо Марія про наші теми активно говоримо. Так само, я думаю, що в скорому часі і телебачення «Вічного Слова» зможе доносити ці речі. Ми продовжуємо далі питання до Владики. Я знаю, що зі студії тут також є питання, так? Будь ласка. Дякую. Сестра Марта. Отче єпископе, дякую щиро за дуже конкретне пояснення нам іспиту сумління в контексті Божих заповідей. І хочу віднестися до другої заповіді. Хочу дати коротке таке свідчення, бо коли ви говорили про те, що не можна жартувати з Божого імені, з імен святих, то мені пригадалася історія, яка мала місце більше 20 років тому в Запоріжжі, пов'язана з вами. Хочу коротко про це згадати, бо це дуже... Я вже прячусь чітко... під стол. Пов'язана. Я після одних реколекцій, які мала на початку нашого життя, запам'ятала один анекдот, який мені сподобався. І легко мені було його запам'ятати. Я рідко пам'ятаю анекдоти. А це і запам'ятала, і розповідала його багато разів. І коли його розповідала в вашій присутності, а там в цьому анекдоті теж йшлося про службу Божу. І тоді ви сказали такі слова, що з Божих справ, з молитви сміятися не можна. Вже тоді, хоча ви були ще молодим священником, мали таку мудрість. Я вам за це вдячна, що тоді мені це сказали. Я цей анекдот пам'ятаю до сьогодні, але від того часу я його не розказувала більше. І дякую за це. Дякую. Дуже дякую вам, сестра Марта. Виведемо ще телефонний дзвінок від нашого слухача, щоб почути вас. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачу. На жаль, немає дзвінка зі студії. Можливо, є ще питання з тих зібраних нас тут безпосередньо на реколекціях. Прошу. Пані Людмила, я дуже уважно слухала вашу таку гарну реколекцію, і ви нам багато розказали про заповіді, які дав Мойсей людям. І якщо б ми хоч трошечки їх дотримувалися, напевно, ми були б самі щасливі люди, як кажуть, на землі. Але я, як мама троє дітей, я часто задавала собі таке питання, чому Господь дав так, що у нас на Україні, на нашій рідній Україні війна. І як мама я не могла собі відповісти на це питання. Але одного разу нам сестричка показала один фільм. Сидить за столом сім'я, мама, тато, дві дівчинки. І дівчинки біленькі, подібні до батьків, і одна дівчинка, яку вони усиновили. І цю дівчинку батько забрав із дому малютки. Вона в своїх 5 років вона не могла навіть ложечки тримати, щоб поїсти. Вона була зовсім в поганому стані, здоров'я дуже погане в неї було. І чого забрав батько? Тому що від цієї дівчинки відказалась мама. Вона... Дівчинка була абортована в 5 місяців, і лікарі просто її взяли під ковпак, посадили, як експеримент, а що ж буде далі? Але ця дівчинка вижила. І
нікому вона не потрібна була, але цей батько каже, якщо у мене є дві доці, буде й третя. І забрав її. І цей чоловік настільки проник у цю проблему, він продав свою фірму і він почав інтересуватися, чому у нас на Україні так багато роблять жінки аборти. Звідки це йде? Ми ж християни. Звідки? Звідки ця біда йде до нас на Україну? І він зрозумів одне питання, що не держава винна, не люди винні, не жінки винні, а як ви сьогодні сказали, Владико, дуже гарні слова, що нечистий, він не спить, він робить страшну біду. І молодих жінок, які ще могли би, як кажуть, далі продовжувати рід, вони роблять ці страшні аборти і роблять ці страшні речі. І він, коли почав считати, що це стільки офіційні дані, стільки вийшло, вийшло 48 мільйонів абортованих дітей. Да. І тоді я собі дала відповідь, Боже, ти нам даєш війну, якщо б всі ці діти жили, ми б були такі сильні, щоб не було ніколи в нас на Україні війни. Да. І я дуже дякую вам, що ви підняли цю тему, тому що вона болить нас. І я думаю, якщо ми будемо молитися і будемо трошки хоча б заповіді Божі виконувати, Господь дасть, щоб наша війна прикатиться, і ми будемо народжувати здорових діточок, і наша Україна буде сильна, і не буде такої біди в нас більше. Не буде війни. Дякую вам. Один із владик православних, з яким я спілкувався, він говорить так. Знаєш, Ян, я так думав, що у нас у влади такі люди нечесні, нехороші, бандюги, тому що хороших ми повбивали абортами. І залишилися такі бур'яни, які грабять тільки деньги. Я дякую. Дякую вам за питання і за відповідь. Ми продовжуємо далі. Часу не так багато. Маємо 10 хвилин до кінця трансляції. І є телефонний дзвінок. Я вітаю вас, дорогі слухачі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Представтесь, будь ласка. Дуже щасливий чути отця Яна. Це вже друга передача, яку ми сьогодні слухаємо. І є таке запитання, це стосовно того, що робити. Бо те, чого не робити, ми почули. Те, де не красти, те, де не брехати. А в буденному житті ми звичайні люди і будуємо свої компанії, свої фірми, свої якісь робочі бригади. І я з Кам'янця-Подільського, парафія Пресвятого Серця Ісуса, звати мене Саша. І вже неодноразово стикаюся з тим, що в процесі праці, через те, що не вміємо, все ж таки крадемо. І не робиш цього, і стараєшся цьому, але немає науки того, як робити. Те, що не робити, ми почули, але не почули того, як робити, де є правильно. Дякую за ваше питання. Будь ласка. Завтра на третій нашій зустрічі я постараюсь відповісти на це запитання. Така є тема наша, що робити. І сьогодні ми готуємося до сповіді. Тому я говорив, чого не треба робити, то є 10 Божих заповідей, саблюдати, і чого боятися, щоб самому в біду не залізти. А завтра будемо говорити, коли я буду вже після сповіді, тепер що мені робити, щоб налагодити всі відношення з Богом та з людьми. І тут будемо говорити і про молитву, і про прощення. Самому собі також треба простити. Я нагрішив, я маю також простити самого себе за то, що... Тому що вже простив мене Бог. А є такі ситуації, що я посповідався, а себе не можу. Бог мене простив, а я себе не можу простити, і це не дозволяє мені йти вперед. Скільки гріхів і яких страшних я би не наробив, поки я себе також не прощу, буде мені тяжко, важко йти вперед. Що робити? Часто сповідь, молитва та вперед. Часто сповідатися, багато молитися,
маємо біля нас людей, яким можемо допомагати. Один святий говорив, що навіть якщо бідних би не було біля нас, потребуючих, то треба би їх якби з-під землі достати, щоб їм робити добро. Тобто Бог дає нам в бідних можливість виправдати дуже багато ситуацій в нашому житті. Тобто в Богу, в Богові немає речі неможливої. Який стан моєї душі не був би складний, після сповіді Бог мені дає чисту карту, страницю мого життя, на якій я можу золотими буквами написати дальнішу історію мого життя. Тому що робити? Робити, передусім, мати надію на Бога, який мене очистив. Моїх гріхів вже немає після сповіді, а маю велику перспективу. В цій перспективі, ідучи за Богом з молитвою, з частою сповіддю і з любов'ю до людей, я можу, ви можете стати святим. Кожен з нас може стати святим. Дякую. Владико, останнє питання, так бачу по часу вже. Ви знаєте, ми одного разу навіть піднімали цю тему вже на Радіо Марія щодо тих гріхів, про які соромно сповідатися. Тобто є гріхи, які ти, я знову ж таки ось повернусь до цього образу, кладеш в щось таке потаємне і ніколи не витягуєш. Та? І коли ми говоримо про іспит совісті, це означає, що ми піднімаємо з глибин ці пласти, щоб з вірою у Боже милосердя наважитися, посповідатися священнику. Я би хотіла, щоб ви сьогодні озвучили пораду людям, яким важко наважитись навіть словесно, вербально озвучити гріхи особливо, напевно, це гріхи якогось такого сексуального характеру, та, про які соромно прийти до священника і сказати. Можливо, людина навіть має каяття, можливо, навіть ось так просто перед Господом стоячи каже: «Господи, не хочу там навіть грішити так подібно, або не хочу повертатися». Але щоб гріх був прощений, владу має тільки священник, так? Тобто його треба озвучити. Яке можливість, якщо дуже дійсно велике переживання. Буває так, що то, що, про що я вчора говорив, що у каві заінтересований, щоб мене загнати в такий кут стида. Хоча в сповіді ніякий священник не буде дивуватися, чи там щось говорити на цю тему, що як ти там мог, ну як це, тому що кожен священник теж іскушаємо є. Але якщо б навіть і ці аргументи нас не переконували, можна під'їхати в таке місце, де священник мене не знає, в друге місце. Як хтось бачить, що все одно пійду на ісповідь і буде мною щось крутити, щоб десь так обійти, так сказати і не сказати, зробити цей бантик, опаковку на цей гріх, щоб його не озвучити, тому що стидно. Тоді можливість така, що дійсно вибратися з села, з міста свого, поїхати в другий город, там, де я перший раз бачу священника, стати до конфесіоналу, він мене не знає, поісповідуватися. Якщо дійсно є такий внутрішній супротив із-за стида. Це один із таких. А так, взагалі, потрібно молитися, щоб Господь побіждав во время ісповіді. Коли я йду на ісповідь, я перше, що прошу: «Господи, я собі отут написав все готове, або вивчив гріхи в іспитанні совісті наизусть, помню. Помню, що я маю, наприклад, 6 або 7 гріхів таких важливих, які я должен помнити. Коли сповідаюся, зажимаю, або пишу. Але сама головна молитва внутрішня моя перед ісповіддю: «Господи, дай мені озвучити так, як воно було. Да? Убери мене від мене, не введи мене в искушение, то не позволь, чтобы лукавый меня напал во время исповеди, давай не скажи вот этого». Не в правосповеди. Да.
Владико, дуже дякую вам. Час наших реколекцій добігає кінця. Попросимо вашого благословіння і в путь виконувати ті настанови, які почули сьогодні від єпископа-помічника Харківсько-Запорізької єцезії Яна Совіла. Будь ласка. Господь з вами. І з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Тепер і навіки. Допомога наша в імені Господа. Що створив небо і землю. Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть у мирі Христову. Богу подяка. Дякую. Тож, дуже дякую всім слухачам, дякую всій студії, яка зібралась тут. Дякую в першу чергу вам, Владико, за чудовий другий день реколекції. Зустрічаємось завтра, ну, в цей самий час. І нагадаю, що ці реколекції тривають в співпраці і WTN, і Радіо Марія.